Губернатор Приморского края Олег Кожемяков встретился с делегацией спортсменов из Корейской Народной Демократической Республики и отметил, что Приморский край – ближайший их регион, который на протяжении уже многих лет является добрым соседом. Приморский край – это то место, где бывают ваши руководители. Два раза уже здесь был уважаемый товарищ председатель государственных дел, товарищ Ким Чен Ын. Поэтому это место, где проходят встречи, где ваша делегация искренне рады. И, безусловно, развитие детского спорта, знакомство с ребятами из Приморья поможет сблизить наши народы, еще более укрепит нашу дружбу, потому что спорт был, есть и всегда будет посланцем мира и дружбы. Во время чаепития северокорейские участники первых зимних спортивных игр «Дети Приморья» поделились своими ожиданиями от соревнований. В свою очередь глава региона отметил, что сейчас Приморье и Северная Корея особенно укрепляют отношения в спорте, туризме и культуре. Вслед за вашими соревнованиями мы открываем целую линейку новых соревнований. Приедут женская сборная по волейболу, по баскетболу. В марте месяце мы приедем к вам в гости в Пхеньян с тем, чтобы вместе с тренером сформировать там хоккейную команду. Мы привезем амуницию необходимую хоккейную. И наши спортивные контакты станут нашей постоянной программой, постоянной механизмом обмена между нашими делегациями. Мы планируем также посещение ваших летних лагерей нашими ребятами, отдыха. И пригласим ваших ребят на летний отдых сюда, в международный лагерь «Океан». В завершении встречи Олег Кожемяка подарил спортсменам из КНДР спортивную форму игр «Дети Приморья», рюкзаки и кондитерские изделия местного производства. Напомним, в составе сборной КНДР прилетели 13 человек, из них 7 спортсменов, а также тренеры, врач и руководитель делегации. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.